Там действительно очень было много провокационных вещей. Скажем, надругательство над мечетями, разрушение кладбищ, гнусные надписи «Татары, убирайтесь вон», там все такое. Но мы все время объясняли, и там жгли мечети. Но мы никогда в ответ не говорили, давайте теперь будем жечь церкви. Наоборот, говорили, это кощунственно, это не по-людски. Мы имеем дело вот с варварами такими. Мы не опустимся до их уровня. Мы другой народ. У нас цивилизация другая. И самое главное, что нам удалось еще до разрушения советской системы, это летом 91 года, демократически избрать свой национальный съезд, а потом высший представительный орган крымских татар. Это они были избраны непосредственно от народа. И это был главный авторитет для крымских татар. Поэтому ничего такого серьезного без решения Курултая, без решения Меджлиса произойти не могло. И поэтому, конечно, основные нападки российской пропаганды были именно на Меджлис, на Курултай, на структуры национального самоуправления крымских татар. Я даже помню, в 2011 году в наши руки попало такое в косвенном изложении директива ФСБ России. Там говорилось, что главной политической силой, которая может противостоять стратегическим интересам России в Крыму, являются крымские татары и Меджлис крымских татар. И поэтому предлагались меры для того, чтобы разрушить, раздробить крымских татар, привести к верхушке Меджлиса пророссийски настроенных людей. На это выделялись довольно большие деньги, где-то около 20 миллионов долларов. То есть они видели в этом, правда, они не говорили там, какие именно стратегические интересы России. Но сейчас стало понятно, что это имелось в виду. Но и в Украине была такая власть недемократическая, хотя, конечно, она отличалась от российской. Что бы там, какие бы этот взяточник, вор бы ни был Янукович, но при нем все-таки можно было тоже митинги проводить, открыто говорить, за то, что ты что-то высказывал, тебя не сажали в тюрьму. До этого у него еще таких сил не было. И поэтому крымские татары, особенно при Януковиче, были в очень сложном состоянии. Мы и для Януковича были враги, потому что мы выступали против этого его режима, и для Путина, так сказать, под перекрестным огнем. Ну, слава богу, все-таки то, что вот тут сегодня правильно говорилось, вот девушка из Крыма, несмотря на то, что крымские татары там составляли всего 13% населения полуострова, но как политическая сила они были одними из таких самых влиятельных. И главной силой было то, что народ с ними был. Если, скажем, какие-то митинги, демонстрации нужны были российским, пророссийским силам, так они бросали огромные средства, нанимали автобус, со всего Крыма собирали, ну, всего могли 2-3 тысячи собрать. А у нас по призыву Меджлиса, несмотря на то, что малочисленный народ, на площади собиралось 15-20 тысяч человек. И причем моментально, быстро. Я вам скажу, вот 26 февраля, когда 2014 года, как раз перед оккупацией, у них же был сценарий такой, что соберут со всего Крыма пророссийских людей и заставят депутатов принять обращение к Путину с просьбой о присоединении Крыма к России. И со всего Крыма они собрали где-то 2-3 тысячи человек, таких молодых людей, которые будут заставлять депутатов голосовать так. Узнав об этом, крымские татары буквально за несколько часов собрали несколько раз больше. В Симферополе где-то там было 10-12 тысяч. И очень легко этих шовинистов российских мы вытолкнули. Может быть, была наша ошибка в том, что мы в ту ночь не остались там. Потому что именно в эту ночь, с 26 на 27, зашли вот эти зеленые человечки
То есть отряды спецназа России вооруженные захватили парламент и совет министров России. Ну, я думаю, даже если бы мы там оставались, они бы, наверное, там устроили какую-то провокацию, перестрелку. Наверное, все равно что-то было бы. Мне еще так приходит в голову, когда все мы это слышим, всю эту историю, вы же как маленький ребенок, вас депортировали, да, значит, ваше поколение и следующее поколение, они как бы жили в этой, в этих рамках, этой борьбы, да, последних 20 лет, может быть, как бы чуть-чуть было нормальнее. Нет такой усталости в людях, что снова репрессии, снова нас как бы давят, снова нам плохо делают, что уже просто не хочется, уже просто хочется тихо жить и ничего не делать. Или нету такого настроения там? Ну, так сложилась жизнь нашего народа, что она постоянно была в борьбе. Поэтому какой-либо передышки сказать, вот мы наконец там хорошо живем, такого не было. Поэтому сейчас вот возобновление более интенсивной борьбы уже за деоккупацию, оно вполне естественно. Другое дело, что возможности очень ограничены. Там просто в Крыму невозможно что-то делать. Зачем такой тотальный контроль? Но, тем не менее, вся информация о ситуации в Крыму, там, где они, где располагаются, что делают, мы в основном получаем из своих источников. Крымские татары практически живут по всей территории Крыма. Ну вот, например, информация о том, что в ядерном хранилище там 6 ядерных боеголовок, мы узнали раньше всех. НАТО до сих пор думает, мы, может быть, есть, может быть, но мы точно знаем, потому что там наши люди. Сейчас даже мы получили информацию о том, что там химическое оружие они туда завезли. Наша контрразведка и натовская не располагают такой информацией. То есть крымские татары будут продолжать борьбу, и опять-таки надеюсь, что она будет ненасильственная. Насильственная она не принесет никаких плодов. Не потому, что мы боимся крови, там наш народ воинственный, он этого не боится. Но практически она более продуктивна, вот эта вот ненасильственная борьба. И не были попытки каких-то, может быть, от других народов, но здесь это очень много есть исламских разных течений, арабских таких, других, чтобы как-то включиться в ваше движение и как-то направить вас таким путем более насильственным? Нет, у нас есть организации, которые, ну, считаются, скажем, более радикальные. Она не соответствует традиционному исламу, который был на территории Крыма в течение многих веков. Вот эти там джихадисты, ваххабиты, хизбут-тахриры. Они привнесены уже после десоветизации в середине 90-х годов с арабских стран, с Пакистана, Средней Азии. Хизбут-Тахрир, ну, их идеология, она неприемлема для нас. Но они не совершали никаких террористических актов, хотя их идеология нам, конечно, не нравится. Это бредовые идеи создания какого-то халифата. Потом разделение людей на правильных или неправильных мусульман. Себя они только считают правильными, остальные неправильные. Потом они, скажем, наносят вред в том плане, что, скажем, говорят, не надо участвовать в выборах. Это придумка иноверцев там. Но это как раз то, что нужно было шовинистам русским, чтобы крымские татары не участвовали, и что везде они были представители только русских. Мы им пытались объяснять деструктивность вот их действий, но тем не менее они есть. Но объявление России их какие-то террористические организации в Крыму, во всяком случае, не было никаких оснований. И сейчас очень много людей именно за приверженность, что они когда-то там были в Хизбут-Тахрир, и когда-то еще до оккупации, много лет тому назад на своих постах что-то писали, за это их арестовывают. Это дикость, мы считаем. Поэтому мы их тоже защищаем.
И вообще сейчас в Крыму, когда вот начались аресты один за другим людей, много детей оказалось без средств существования. Особенно вот этих семей Хизб ут-Тахрир, у них, как правило, многодетные они семьи. И тогда Меджлис объявил, что все дети, арестованных по политическим мотивам, арестованных оккупантами, независимо от национальности и вероисповедания, объявляются детьми крымско-татарского народа со всеми вытекающими обязательствами. То есть материальное содержание, обучение, лечение, образование. И я знаю, что люди в Крыму собирают деньги и ежемесячно на каждого ребенка по 5000 рублей выделяется, независимо от национальности. То есть, если учесть, что там в Крыму средняя заработная плата где-то 8-12 тысяч рублей на одного ребенка, в семье, где 4 ребенка, это довольно-таки содержание. И сейчас даже вот этих вот течений Хизб ут-Тахрир, которые, ну, у нас были напряженные отношения с Меджлисом, как-то открываются глаза. Они, когда им в тюрьме сообщают, что ваши дети взяты под присмотр Меджлиса, у них какое-то душевное успокоение, потому что главное всех людей, которые сидят в тюрьме, это беспокойство о детях. Но многие вот сторонники вот этих радикальных течений покинули тоже Крым, материковую часть Украины. И мы, у нас были с ними встречи, они говорили о том, что да, там до оккупации у нас были противоречия, но сейчас у нас общий враг, наша земля оккупирована, и мы готовы воевать под командованием Меджлиса. Ну, воевать в прямом смысле. А мы говорим, мы не будем с оружием в руках воевать, мы будем воевать так. Но тем не менее, среди вот этих сторонников Хизб ут-Тахрир много людей пошли. Сначала они говорили, что готовы воевать только на фронте крымско-украинском, чтобы защищать Родину. Но мы сказали, что война в Донбассе тоже наша война, потому что до обеспечения полной территориальной целостности Украины война не закончится. Они, в общем-то, согласились с этими доводами тоже, и сейчас очень довольно много наших вот этих молодых людей, сторонников Хизб ут-Тахрир, воюют в АТО, и причем очень мужественно. Я знаю такой случай, они же бросают там этих бородатых чеченцев против, кадыровцев точнее, они еще. И когда навстречу им тоже вышли бородатые со словом «Аллаху Акбар», те растерялись. Думали, что с бандеровцем, а тут свои мусульмане.